Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как разлюбить одного мужчину и полюбить другого? С первым любимым нет будущего, он живет с женой. Второй любит меня и готов жениться, но я его не люблю, а он хороший человек и сделал для меня больше, чем первый любимый. Ну что же, в этом вопросе есть сразу несколько моментов. Во-первых, вам не обязательно любить мужчину, если вы считаете его хорошим, если вы, как вы говорите, чувствуете, что он сделал для вас много, и он хороший человек, как вы говорите, хотя кто-то такой хороший человек, вот, то не обязательно, в общем и целом, его любить, чтобы быть с ним и так далее. Это первое. А второе, если отвечать на ваш вопрос прям-таки вот как-то буквально, как разлюбить одного и полюбить другого, то, ну, возможно, на это способен гипноз. Возможно. Притом, ну, все равно какие-то чувства будут. Вот. То есть, если вот как-то на когнитивном уровне вы хотите перестать замечать, что вы любите одного человека, да, и там, опять же, на когнитивном уровне чувствовать, что вы любите другого, то это, возможно, гипноз. Вот. Все, больше никаких способов нет, потому что для того, чтобы разлюбить человека, нужно время, вот, не факт, что вы его разлюбите, и для того, чтобы полюбить другого человека, тоже нужно время, и тоже не факт, что вы его полюбите, а вот. Как бы можно посмотреть на то, чем привлекает вас, вот, собственно, любимый мужчина, который живет с женой, да? Вот, потому что очень похоже, что вы его не любите. Очень похоже, что вас привлекает состояние, которое вы испытываете с ним. Привлекает идеализация его. То есть вот что он вот какой-то, вот какой-то особенный. И что вот он особенный, и я буду особенный с ним. Вот. Это первый момент. А второй момент, то что с точки зрения сценарного поведения, вот, вы любите женатого не просто так, а потому что боитесь близких отношений, серьезных отношений. Возможно, даже боитесь создания семьи. Вот. Потому что не просто так вы полюбили женатого, и не просто так вы хотите вот полюбить того, кто вас любит и готов жениться. То есть, ну, это внутри базовый, получается, конфликт внутренний. Что хочу какой-то безопасности, да? Хочу какой-то безопасности. Хочу, вероятно, какой-то уверенности в, ну, в себе. Вот. На себя не надеюсь, на себя не полагаюсь, себя в какой-то степени обесцениваю. Вот. И в определенный момент вот это все вкладываю в другого человека. Вот. В человека, который, в общем-то, может вам даже не подходить, ну, не подходить особенно. Вот.
То есть, ну вот опять же, как мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович сказал, что вы пытаетесь вот решить свою, ну, психоэмоциональную проблему здесь. То есть я не думаю, что первый мужчина и второй мужчина интересны вам как личности. Честно говоря, я думаю, что первый мужчина привлекателен для вас тем, что он вам дает, вот, условно говоря, что-то одно, да, он дает вам какие-то, ну, какие-то ощущения, например, вот. А второй мужчина интересен вам другим, вот, тем, что он дает вам вот, вот это вот, ну, вот это ощущение, может быть, безопасности, да, ощущение надежности и так далее, вот. Только вас это, ну, судя по всему, не привлекает, вот. То есть тут вот именно, что такой, по сути, внутренний конфликт имеет место быть, и, на мой взгляд, вот, а именно с ним, с этим внутренним конфликтом нужно работать. Вот. Ну, как мне видится, опять же, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии, вот. А ваш вопрос, на мой взгляд, вот, ну, по поводу того, как разлюбить, да, он несколько такой детский, потому что вы думаете, что можно как-то повлиять на, ну, свои чувства можно, но на самом деле нельзя повлиять на свои чувства, невозможно, вот, невозможно, то есть вы можете в них только в своих чувствах разобраться, да, вы можете изменить, допустим, к ним, к своим чувствам свое отношение, вот, и вы можете решить в целом, что вы будете с ними делать, то есть, ну, вот, вы можете их проживать, опять же, и тогда есть вероятность, что они вот, ну, ну, будут как-то видоизменяться. Вот. То есть будут происходить какие-то вот изменения с вашими ощущениями, так скажем. Вот. И смотреть, вот, что из этого получится. Спросите себя прямо сейчас, спросите себя, почему вы хотите разлюбить человека? Вот именно почему. Именно почему вы хотите его разлюбить. А вот. То есть вот, ну, именно вот с чем связано то, что вы хотите его разлюбить. Вы говорите, с ним нет будущего, он женат. Ну, например. А вот. Хорошо. А почему этого мало? То есть, ну, очевидно, что
какое-то время, ну, какое-то время вы с ним уже в отношениях как бы находитесь, да, получается, какое-то время, вот. Почему этого мало? Вот. И то же самое, когда вы говорите, что вот другой там меня любит и прочее, да, да, но вот, почему вы хотите именно полюбить, вот. То есть, ну, человек, если человек, судя по всему, знает, допустим, что у вас к нему нет чувств, вот, ну, вероятно, он готов вас принять, вот, вероятно, опять же, я не знаю, наверняка, вот. То есть, вот, в чем я вижу одну из ключевых проблем, это то, что вы задаете вот такой вопрос, что можно по желанию кого-то разлюбить и по желанию кого-то полюбить. Так это не работает. Я верю в то, что вы, может быть, чувствуете некоторое отчаяние. Я в это верю. Вот. Или, может быть, ну, загнанность такую вот, что вы как будто в клетке. Я могу в это поверить. Это можно, если это так, то можно это прожить. Вам, ну, помочь прожить это состояние и так далее. Вот. Обычно подобное возникает тогда, вот, ну, подобные переживания возникают тогда, когда человек слишком большую важность, слишком большую ценность придает вот, ну, другим людям. То есть вы как бы, ну, обесцениваете как бы себя, вот, то есть вам вот, ваша жизнь, она вот, судя по тому, что мы видим, да, ваша жизнь, она вам, возможно, неинтересна, вот, ну, в полной мере, и повышение интереса к своей жизни, увеличение интереса к своей жизни, я бы сказал, даст вам вот тот необходимый ресурс, да, чтобы по-другому посмотреть на мужчин, вот, на себя, чтобы на свет посмотреть иначе, на свет посмотреть по-другому. Не так, как вот вы на это смотрите сейчас. Вот. А развитие интереса к своей жизни – это то, что может вам предложить психолог. То есть это вот то, что… Это та работа, которая выполняется с психологом. Вот. И это то, что вы можете сделать вместе со специалистом. Вот. Поэтому вот смотрите, да, думайте, вот. Как вы хотите, не хотите этим заниматься, вот. А я бы не сказал, что ваши чувства прямо сразу идут, они будут меняться постепенно в процессе работы
Вот. И вы будете замечать со временем появление тех нюансов, на которые, допустим, сейчас, да, вот, внимание не обращать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.